Привет-привет! С вами Ливия Донскова, и сегодня тот самый обзор топ-10, который я готовлю каждый раз, когда начинается новый каталог Oriflame. И сейчас у нас стартовал каталог номер 4, и это уже не шутки. И каждому каталогу нужно готовиться заранее. Невозможно выучить весь ассортимент в продукции, и вам это в принципе не нужно, особенно если вы новичок. Не пугайтесь, что так всего много и что могут задавать вопросы по продукции, а вы не знаете ответ. Ничего страшного, всегда отвечайте так: я не знаю пока, но я сейчас уточню, выясню все и вам скажу полную достоверную информацию. То есть вы можете позвонить спонсору, вы можете написать в чат по продукции. То есть вариантов много, как узнать что-то о продукции более конкретно. Или просто зайдите на сайт в личный кабинет, и у нас есть возможность нажать на лупу, ввести код продукта, открыть его и почитать внизу, как пользоваться, какие ингредиенты, просто об этом продукте. То есть я все время обращаюсь к этому источнику, потому что он самый надежный, потому что от лица компании идет информация. Так вот, для чего нужно выбирать топ, свой топ? Может быть, у вас будет топ-3, топ-5 или топ-10, как у меня. Я обычно намечаю несколько продуктов из разной ценовой категории, разных продуктов. То есть я не беру все там 10 помад, нет, я беру что-то разное, что-то из декоративного ухода, декоративной косметики, уходовой косметики и так далее. Для чего? Вот, например, представьте, что вы встречаетесь с человеком, ну, с какой-то знакомой, давно не виделись, и вам нужно с чего-то начать разговор. Вы можете ей предложить посмотреть каталог. И если вы увидите на лице такое, знаете, не очень приятное выражение, что типа «ой, ты туда же», то вам обязательно нужно быстренько переключиться и разболтаться с человеком. А что ты пробовала, что ты знаешь, подскажи, я ведь недавно только начала этим заниматься, а что хорошего здесь, что тебе нравится, где берешь там или что-то. То есть вы начинаете разными вопросами правильными разговаривать с человеком. Только не тараторьте, как я сейчас, их не надо все одновременно выпускать в человека как в мишень. То есть вы задаете вопрос, внимательно слушаете, что человек вам отвечает, потом по сути уже подбираете следующий вопрос и потихонечку делаете подводку. И, например, говорите: слушай, а я вот засмотрелась вот на этот продукт, и вот у вас закладочка, вот себе наметила, например, помаду хочу заказать, ты пробовала, может, знаешь что-то про нее, можешь сказать. То есть вы, разговаривая с человеком, показываете ему какие-то обалденные акции в каталоге. То есть, да, или там два кусочка мыла можно заказать по супер цене, или вот тальк, слушай, вот тальк давно хотела попробовать, вроде говорят, что он так хорошо помогает, когда вот жара, излишнее потоотделение, все в себя берет. То есть вот все время думайте, как повести разговор так, чтобы, как это называется, обращаясь к третьему лицу, да, может быть, ты слышал, или может быть, ты знаешь кого-то, кому это интересно, или может быть, кто-то из твоих знакомых уже пробовал wellness или так далее. То есть понимаете, да, к чему я веду? Если вам эта тема интересна и вы хотите прям ее вот подробненько разобрать, напишите в комментариях вот свои вопросы. А на ближайшем чаепитии с вами, совместном по вторникам, когда мы собираемся, я в прямом эфире эти вопросы все проработаю и озвучу, хорошо? То есть мы с вами сейчас делаем сразу двойную классную работу, запишем такое видео классное и заодно подготовим супер встречу с вами. Итак, рассказываю, какие продукты я выбрала. Ну, начнем с самого начала. И, конечно же, я в этом каталоге всем рекламирую новую тональную основу, адаптивную, серия The One. Я считаю, что это один из таких вот супер продуктов, которые будут пользоваться огромной популярностью. А в этом каталоге, во-первых, по акции идет тональная основа за 599 рублей, а не 820. И когда вы заказываете тональную основу, нужно указать код помады со страницы. Какая-то страница у нас, ну прям на соседней странице. Указывайте код помады стойкой, и она вам приходит 5-4 на третьей странице, и она вам приходит в подарок. То есть представляете, какая классная акция: берете тональную основу, еще и помада в подарок. Я вот тональную основу не хотела заказывать, если честно, но в корзиночку положила, потому что у меня вот этот вот подарок, он меня соблазняет, потому что я люблю стойкие помады матовые.
и мне очень нравится оттенок бежевый нюд. Я на него в принципе давно посматривала, но как-то покупать его не хотелось специально, а по акции почему бы и да. Вот так вот, очень хороший тон, я его потестировала несколько раз. Можете посмотреть, у меня на канале есть два обзора. Один, когда из пробника тестирую, второй, где я все 10 оттенков, как индеец, на своих щеках все выкладываю, потом на руке, чтобы вы максимально увидели, насколько классно действительно тональная основа адаптируется, во-первых, под тон кожи. Это сразу видно, потому что я нанесла вот разные-разные оттенки, и у меня только сильно вот коричневый, то есть теплый беж у меня, теплый песочный, и естественный беж и нейтрально-оливковый, они не соединились с моей кожей, потому что у меня кожа с синим подтоном, она сейчас настолько светлая, что этот тон, ну просто он сказал, ну алё, вы что, издеваетесь, в солярий сходите или подождите лето, потом уже со мной экспериментируйте. Так вот, тон повел себя очень хорошо, она настолько эластична, вот растекается по коже, хорошо лежит весь день. Самая вот малость, чуть-чуть у меня вот в этих местах, в порах к вечеру собирается, но я считаю, что это не небольшой минус, потому что в принципе, может быть, я пудры просто много положила, я не могу точно сказать. Я в целом очень довольна основой, поэтому ее рекомендую с удовольствием, я знаю, что она классная. Так, следующая закладка, я отметила матовые помады. Почему я их отметила? Ну, во-первых, их тут сразу много, 8 новинок, 8 старинок, то есть те, которые уже у нас вышли ранее. У меня есть один оттенок из прошлой коллекции, вот он мой красный, классический красный, я от нее просто без ума. Да, она суховатая, это матовая тональная, ой, матовая помада, да, она немного суховатая. Я нашла для себя вариант, как ее использовать с максимальным кайфом. Я сначала наношу бальзам, потом помаду. Я ее не могу носить на каждый день, но я на выход, когда я знаю, что мне надо будет выглядеть классно, будет фото много, будет еда какая-то, она очень хорошо лежит на губах, то есть она не съедается очень долго и просто умничка, помада умничка. Даже когда чмок-чмок сделаешь, она не отпечатывается, и это очень круто, и мне она нравится, вот в ней все. Вот из всех матовых помад, которые у меня были, это моя любимая помада. Мне безумно нравится еще кисточка, тут кисточка обалденная, она как будто бы создана, вот, вот у нее, видите, такой небольшой изгиб, и она как будто создана вот именно для того, чтобы просто вот провести по губам, и она оставляет просто идеальный рисунок, и не нужно пользоваться даже контурным карандашом. А я не очень люблю контурный карандаш, но я без него и жить не могу, а с этой помадой я могу без карандаша. Вот, рассказала про помаду, и как ни странно, у меня следующая закладка тоже посвящается помадам. Вообще в этом каталоге в принципе отличный выбор помад на любой вкус, и стойкие, и блестящие, и такие сякие, и в серии Giordani. Но я отмечаю помаду On Color, или On Color, все время путаю, господи, куда же ставить ударение, но я эту помаду выделяю, потому что, во-первых, она меня удивила, эта помада, у меня есть один экземпляр, она меня удивила тем, что, ну, во-первых, у нее приятный внешний вид, нормальный такой, броский и симпатичный, во-вторых, она мне очень понравилась по качеству, то есть я ей пользуюсь часто, видно, что прям уже, наверное, половинку я использовала. Мне она очень нравится, как она лежит на губах. Она слегка плотная, но это ей не мешает быть в моих фаворитах. Я ее вот просто обожаю. Так странно, что я, во-первых, я очень-очень редко беру что-то из вот этой серии. Она у нас раньше была Vision, потом Colorbox, теперь On Color. Color. Я хочу сказать, эта помада меня просто шокировала, она настолько классная, я рекомендую вам хотя бы одну взять себе попробовать, чтобы вам было о чем рассказать людям. И цена 159 рублей. Если мы говорим о том, что нужно, как сказать, привлечь клиента, это одно, а еще удержать клиента, мы должны постоянно показывать людям выгодные предложения и на них акцентировать внимание. И еще очень важная фишечка, если вы возьмете себе за правило записывать, что заказывали клиенты и какого числа, то вы сможете с определенной периодичностью возвращаться к клиенту и напоминать, что, например, заказали у вас крем, вы знаете, что через 3 месяца клиентка откроет баночку и такая: «А,
у меня кончился крем. И она не вспомнит ваш телефон, что вам надо позвонить. Она просто, ей нужно сегодня уже увлажнить кожу, иначе она не сможет жить. Она побежит в первый попавшийся магазин, купит первый попавшийся крем, какой бы он ни был, г, и будет потом жалеть, но деньги-то она уже выложит за него и будет пользоваться еще 3 месяца. То есть я вас наставляю, чтобы вы проявляли заботу о клиенте вот в таком вот варианте, что вы запоминаете или записываете, когда он что-то брал, примерно знаете, когда что заканчивается, и приходите к клиенту уже либо с продуктом, либо звоните и говорите: слушай, тебе крем заказать, как раз на твой любимый крем акция. У меня недавно была ситуация, в каталогах бывает частенько по акции средства для снятия водостойкой косметики. Так вот, оно мое любимое, и я так присадила на него одну клиентку. Знаете, как получилось? Она пользуется стойкой помадой и ничем ее не может удалить. Я, правда, не знаю, какой фирмы, то есть она у нее ничем не стирается, ни кремами, ни мылом, ничем. То есть ей из-за этого некомфортно. Мы как-то разболтались, я говорю: вам нужно попробовать средство для снятия водостойкой косметики. Принесла ей, и теперь вот оно уже у меня в течение года его постоянно берет. Тут смотрю, молчит что-то, я выписала и иду к ней с этим средством, потому что я знаю, что примерно уже 2 месяца это прошло, должно закончиться, но если что, ну ничего страшного, положу, подожду, когда закончится у нее. Прихожу, говорю: здравствуйте, как дела? Она: да плохо, вот хотела вот это средство. Смотрю, оно без скидки, а без скидки дорого. Я говорю: я вам со скидкой принесла. То есть я говорю: я о вас позаботилась. Она: слушай, вообще не ожидала. У нее глаза загорелись. Вот настолько, вы знаете, вот как я вовремя оказалась. Она говорит: у меня прям осталась капля. Я думаю, как я буду жить и не знаю, когда у него скидка будет. Я говорю: так он же в прошлом каталоге был со скидкой, я вам взяла. Ребят, это круто, вот когда вы просто элементарную проявляете заботу. Этого сейчас так мало вот в мире, вот на самом деле, когда люди друг о друге думают, что-то там, знаете как, ну ладно, заболталась. Просто немножко надо постараться, и все. Капсулы, да, я их отметила, у меня одни есть в заказе. Хотела себе взять, но сейчас, честно говоря, зажала денег, потому что у меня еще есть, в тот раз забрала себе капсулы рыбки, королевский бархат, тут не использовала еще. Просто хочу показать, для новичков особенно, потому что многие смотрят на картинку и не понимают, что это, как это будет выглядеть. Ребят, придет баночка, ну будет другого цвета, крышечка золотая, и в баночке лежат вот такие капсулы, посмотрите, мы их называем рыбки, такие маленькие рыбки, в них внутри масло, то есть внутри маслица, которое надо извлечь. Аккуратненько перекручиваете хвостик, отрываете, выдавливаете, либо сразу я на лицо вот так капаю и разношу, либо вы можете выдавить себе в ладошку и с ладони перенести на лицо и шею, хватает вот на все лицо и зону декольте. Каждый вечер на ночь одну капсулку используете. Лучше сделать курс, не прерываясь, то есть вот курс сделать, потом перерыв какое-то время, вот периодически вот такие допики, я их называю, то есть как, например, капсулы, бывают какие-нибудь там сыворотки или еще какие-то средства дополнительные, которые не в общем комплексе, а которые так, хочешь используй, хочешь нет, вот их надо обязательно использовать, не часто, да, например, там раз в полгода хотя бы сделать капсульную такую вот подпитку. А сыворотку я в принципе рекомендую регулярно, несмотря на то, что она дорогая и у нее самый большой расход из всей серии антивозрастной, я рекомендую все-таки сыворотку регулярно использовать, потому что она даст хороший результат. Без сыворотки немного другой эффект, все-таки она усиливает действие всех компонентов и глубже их доносит в глубинные слои кожи, поэтому эффект будет очень классный. Что хочу сказать по поводу этих капсул, они безумно классные. Они, вот смотрите, как они работают: на очищенную кожу нужно нанести маслица, оно впитывается очень быстро, и кожа на ощупь бархатное, утром такое лицо свежее, вот, ну, настолько комфортное ощущение, классно. И в этой вот каждой капсулке 6 масел, то есть это мультикоктейль такой масляный, очень богатый и, конечно, супер. Дальше, что я отметила, у меня вот тут одна закладка на серединке, я отметила все-таки пробиотик, потому что пребиотик,
хочу пробовать пребиотик напиток. Я себе заказала и маме заказала. Чуть попозже, когда поедем к Мишиным родителям, еще банку закажу для них. Почему я рекомендую? Сама еще не пробовала, но когда узнала, что выходит такой напиток, честное слово, вот просто была настолько рада. Потому что я понимаю, насколько мы все вот питаемся, ну, грубо говоря, черт чем, чем попало. И антибиотики все в своей жизни хотя бы раз принимали, да, в виде таблеток или в виде уколов. То есть все равно нарушения у каждого есть. И хочется, чтобы все было отлажено, потому что как только дискомфорт в кишечнике, это ну вот все, нет настроения. И иммунитет падает, да, и все вот как бы вот, вот так вот все вот спустя, да, руки падают. Поэтому я хочу пропить сама. Я вам потом обязательно запишу видео, какие у меня ощущения, впечатления. Нет смысла, мне кажется, записывать описание, да, там, да, у него крутой состав, я это все почитала, послушала лекцию. И я поняла, что я хочу, и я его буду рекомендовать. Я буду давать пробовать людям. Он, мне кажется, не очень вкусный будет, потому что так вот посмотрела, кто девочки записывали отзывы свои. Но я думаю, что это настолько полезное, что нужно просто относиться к этому как надо. Вот просто надо и все. Поэтому я отметила, и я уверена, что у меня будут на него клиенты. Далее. Что-то я вам мало показываю. Ага, не дошли просто. Я отметила сыворотку для волос. В принципе, почему именно сейчас? Нужно понимать, что уже такой у нас период начинается, когда шапки снимаем и волосы открываем, и хочется видеть красивые ухоженные волосы, да? Гривы волос, хотела сказать, ну не у каждого есть грива, но волосы должны быть ухоженные. И вот эта сыворотка, она мне очень сильно помогает. Уже несколько лет она у меня постоянно есть. Как только заканчивается, я открываю новую. У меня не бывает такого, что я без сыворотки. Она мне очень хорошо помогает собрать все кончики в красивый каскад, я так сказала бы. То есть волосы становятся гладкие, легко расчесываются, укладываются, блестят опять же. То есть для меня это палочка-выручалочка. Волосы очень сухие после смывки черного цвета, и если бы не было вот этих наших масел Элио и вот этой сыворотки, и честно, я не представляю, что бы я делала. Мне пришлось бы сделать короткую стрижку, по-другому бы мне не удалось бы даже расчесывать элементарно волосы, вот настолько они истончились и высохли сильно. Поэтому я рекомендую, здесь две сыворотки, одна есть восстанавливающая для сухих поврежденных, а вторая разглаживающая. То есть вы выбираете себе ту, которая вам больше нужна, больше подходит. Я люблю и ту, и другую. У меня вот есть отличный отзыв по разглаживающей сыворотке. У меня в команде есть девушка Татьяна, у нее волосы слегка как бы волнистые и немного непослушные. Она говорит, для меня эта сыворотка вот просто выход. Я ее просто наношу, у нее такие удлиненные волосы, очень красивые. Но она говорит, я ее наношу, и все, мне даже ничего не надо делать, они идеально лежат. И она в таком восторге об этом рассказывала, что мне тоже захотелось вам об этом рассказать. Следующее, опять же, весна, это уже просто последнее предупреждение, что скоро лето, и девчонки, надо собой заняться. В принципе, собой заниматься нужно не только в пляжный сезон или в преддверии путешествия в жаркие страны, а в любое время. Но так как не всегда есть время и есть лень, то хотя бы подготовить себя, хотя бы курс сделать нормальный такой, антицеллюлитную программку я очень рекомендую. Вот так вот выглядит лосьон антицеллюлитный, вернее гель антицеллюлитный. У него снимается крышечка, а вот здесь есть ролики. И чтобы начался гель выдавливаться, нужно повернуть. То есть эта крышечка, она вращается. И нажимаем мы на шарики, вот он выдавливается, вот пошел гель, вот так вот он. Шарики немножко помогают, как бы делают массаж, но настолько легкий запах, не сильный,
так просто свежестью пахнет. Ну вот эти шарики, они не позволят вам сделать классный глубокий массаж. Я рекомендую все-таки иметь либо антицеллюлитную такую вот щетку, либо вот массажер, ой, крышка упала, либо вот был у нас как-то одно время для волос массажер такой удобный, его между пальчиками так вставляешь и массируешь. Вот я даже им делаю массаж на бедрах, на ягодицах. У него такие приятные шипы, то есть они не царапают, они для головы же у нас, и они так прикольно массируют живот, бедра, ягодицы. Это просто кайф. И вот у меня еще есть гель для бюста и декольте, ну чтобы животик, вот это все, да, подтянуть кожу декольте и живота, тоже мне нравится. Конечно, я очень ленивая, но даже вот несмотря на все вот то, что моя лень, я все равно пользуюсь. Я потому что хочу хорошо выглядеть, я хочу, чтобы я вышла в купальнике на пляж и все говорили: ничего, так вообще молодец, уж скоро полтос, да, ну не скоро еще, но все равно, а выглядит, да, нормально, девчонка. Вот мне вот это вот прикольно, но прежде всего для себя, не для кого-то, а прежде всего для себя. Я когда смотрю в зеркало, я себе либо нравлюсь, либо не нравлюсь, и мне хочется, чтобы всегда было позитивно: нравлюсь, все хорошо, нравлюсь. Так, следующее отметила, но этого продукта у меня пока нет. Сыворотка, размягчитель мозолей и натоптышей. Вы знаете, так это увесисто звучит, и я знаю, что это нужный продукт. Очень много ног ждут этого средства. Я надеюсь, оно будет эффективное. Я почитала у него состав. Тут и салициловая кислота, и все-все-все, медь, цинк, витамины, и масло чайного дерева. Я буду уже в среду начинать пробовать. У меня есть проблемная зона. Я вам потом расскажу, сработало или нет, потому что самой очень-очень интересно. Мы что-то пропустили, одну страничку. Я то ли я закладочку, а вот она, да, я пропустила. Вот еще одна страничка. Это крем для тела, мед и молоко. Вот такая вот роскошная банка за 279 рублей, и можно выбрать либо вот в таком варианте, то есть это подарочная упаковка, золотое основание, черная крышка, либо светлую, то есть на любой вкус. Я вот больше люблю такую вот яркую, мне светлая надоела за столько лет, просто я сама этот крем очень сильно люблю. Он такой, это новый бочонок, не буду сейчас показывать, я его для клиентки заказала. Так вот, густой ароматный крем, который идеально быстро впитывается, очень долго остается на теле аромат, и потом пахнет от постели, от ночной пижамки. Боже, это вот настолько вкусно, вот ароматно вкусно. А то подумайте, что я его ем. Кстати, был такой случай, один раз мне рассказывал консультант наш, что он хвалился друзьям, что вот у меня крем, мед и молоко, а сидели чай пили, и он говорит, берет ложкой, зачерпывает и в рот: ты чё? Ты же сказал, что это мед с молоком, хочу попробовать. Но это было без шуток, он реально подумал, что это еда, вот такой красивой банки. Но это действительно выглядит очень аппетитно. Очень рекомендую такой продукт, это и классный презент, это просто себя побаловать, это рекомендовать клиентам, потому что за такую банку крема отдать всего 279 рублей, это нормальная цена, хорошая. Все, один продукт остался, да. Вы заметили, я не рекламирую никакие ароматы, не ставлю на них акцент, потому что это слишком индивидуально. Я отметила последнюю страничку, это тальк для тела. У нас есть три оттенка аромата: цветочный, сандал и мятный. Я, вы знаете, я брала мятный, я его маме отдала, она говорит, мне тальк нужен, я говорю, на, я его только тогда начала. В этот раз мне почему-то захотелось взять себе сандал попробовать. Я не знаю почему. Кстати, все спрашивают, как его открывать. Смотрите, вот здесь есть стрелочка open close, open — открыли, то есть мы поворачиваем, и надо чем-то острым, я вот просто шпилькой, проколоть несколько дырочек, прям видно будет, где можно проколоть. Прокололи, закрыли, он не высыпается, видите, открыла, повернула, вот он высыпается, вот он. Как им надо пользоваться? Вы выходите из душа или ванны, просто промокнуть тело полотенцем, не вытирать, можно даже просто как бы, ну, обсохнуть, да, чуть-чуть, и тальк нанести уже на
чуть влажную кожу. Он сначала белый, но моментально исчезает, то есть он впитывается, исчезает и позволяет задерживать все кожные выделения, то есть он их впитывает, то есть он их не блокирует, не делает пробок никаких, запоров там и так далее, он просто впитывает в себя влагу, которую выделяет кожа. За счет этого, если, например, жарко и вот все потеет, ноги трутся, руки об тело трутся, там, может быть, где груди, вот такие вот места потаенные, где, ну, вот очень бывает некомфортно, особенно если есть лишний вес, то вы меня поймете, да, вот такая проблема, она существует. Это кайф, когда вот нет неприятных ощущений, а есть гладкость и легкость. Вот тальк, он спасает. Я его проверяю уже несколько лет. У меня был еще первый Midsummer, может быть, кто-то помнит этот аромат. Я его просто обожала. Я тоже его использовала весь до последнего, прям капельки. Как классно летом вот нанесла. Везде, я раньше очень любила такие сарафаны, тут вот перекидываешь одну тесемочку, а тут, считай, уже вот рука дотрагивается до тела. И я как-то так не нанесла, иду, у меня все, рука прилипает к коже, так неприятно. Все, я с тех пор все время тальк имею под рукой, мне очень нравится, эффект классный. Он, конечно, не на весь день, но опять же зависит от того, насколько жарко, насколько вы энергично двигаетесь, насколько у вас активно работают сальные железы и так далее. Но в любом случае это будет очень хорошее подспорье. Вот, все рассказала вам. Видите, как у меня много новостей. Кажется, вот, когда каталог листаешь, ну вроде бы все, все понятно, да? А тут раз, об этом чуть-чуть больше узнали, об этом и так далее. Так, мы с вами договорились. Вы мне пишете какие-то вопросы, которые вас интересуют. И я во вторниках на личной чайной встрече с вами разберу на прямом эфире. Если вам что-то хочется дополнить или похвалиться, какой ваш топ набор продуктов, тоже напишите в комментариях, очень интересно, потому что, может быть, я что-то не заметила, или ваш мне там поможет тоже в работе с клиентами. Если видео полезное, с вас лайк, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь всегда с нами. Желаю всем очень-очень классного каталога, он правда классный. Всего доброго, пока-пока.